такой жест, если кто забыл, повторяйте за мной, вот, чтобы ничто не отвлекало нас от того прекрасного, что ждет нас этим вечером. Сегодня у нас ставший уже традиционным, как мы узнали от зрителей, концерт автора-исполнителя, нашей любимой Юлии Студеновой. Человека большой смелости, хотя она с удивлением, наверное, это услышит от меня. Смелости творческой, потому что она не боится никаких экспериментов. Смелости мечтать. Именно поэтому все, что с нашим оазисом такого происходит, глобального, она воспринимает без удивления, она это уже все перемечтала. Потому что... Вот. Собственно, она из тех людей, на ком оазис, собственно, и держится. У нас Юлия. Она у нас лауреат, я могу еще продолжить, лауреат всероссийских фестивалей, лауреат фестиваля центрального региона, то есть она представляла наш регион на международном фестивале «Петербургский аккорд». А сейчас Юлия поедет представлять Россию вместе с делегацией «Оазиса» на международном фестивале «Свет в декабре» в городе Таллин. И давайте пожелаем ей большого успеха. Пока Юля берет гитару, вот здесь есть диски, и коллективные оазисные, и Юлины сольные. После концерта, пожалуйста, подходите, не стесняйтесь. Добрый вечер. Как Оксана уже сказала, этот вечер традиционный теперь. Почему-то в прошлом году, мы, по-моему, в декабре, да, у меня был тоже творческий вечер. Вот. И, наверное, это самое лучшее время перед Новым годом так вот подвести какие-то итоги. Ну и я начну. В общем-то, новых песен у меня не особо много, но те люди, которые были в прошлом году, наверняка найдут для себя что-то новое. А сейчас я хочу начать со своих старых песен. Первая песня написана мне очень давно, даже не помню в каком году, называется она «Поклонюсь родным». Разобьется стих, как звонкое стекло, и осколком ранит чью-то душу. Это только миг, но мне не повезло, и меня не захотели слушать. Поклонюсь родным, шагну через порог, и отправлюсь в небесам навстречу.